За последние 5 месяцев одно из самых популярных обращений в Самарское отделение фонда «Защитники Отечества» от участников СВО и их семей – это просьба посодействовать в посещении различных культурных событий области. Наибольшим спросом пользуются выставки и спектакли. Чтобы обсудить аспекты этой работы, за круглым столом собрались представители фонда и регионального министерства культуры, а также подписали соглашение, которое закрепляет уже налаженное сотрудничество. Мы очень надеемся и ожидаем, что после вот сегодняшнего мероприятия, после такого внимания со стороны Министерства культуры Самарской области, всех наших крупнейших учреждений культуры, мы действительно будем разрабатывать и реализовывать ряд крупных совместных проектов как на территории и города Самары, Тольятти, так и на территории других муниципалитетов Самарской области. Учреждения культуры активно включаются в организацию мероприятий для бойцов и их детей, приглашают на свои спектакли и концерты, проводят творческие встречи в библиотеках и клубах. Одна из главных миссий в этом вопросе – это создать хорошую, такую добрую, теплую атмосферу. На встрече присутствовали представители крупнейших учреждений культуры области. Они отмечают, что участники СВО и их семьи уже не раз приходили на концерты и спектакли. Специалисты уверены, что такой культурный досуг заряжает хорошими эмоциями и поднимает боевой дух. Человек – это не только физика, это еще и душа, потому что необходима какая-то разгрузка психологическая, и театр именно то средство, которое поможет это дать. Также продолжается работа и по творческому обмену с Луганской и Донецкой областями. Их коллективы приезжают выступать в Самарскую область на различные конкурсы и фестивали, а артисты из 63-го региона выезжают с концертными программами, чтобы выступать для жителей Донбасса и участников СВО. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.